С начала лета с пляжа Анапы вывезено 5190 тонн камки и 790 тонн бытового мусора. В санитарной очистке золотого запаса нашего курорта задействуют современную технику. Накануне на вооружении у МУП объединения курортных услуг появилась новая машина. Техника дисковая, универсальная, была изготовлена по специальному заказу администрации города-курорта. Предназначена она для баранования песка. По инициативе главы города-курорта Анапы Сергеева Сергея Павловича выехали в город Тихорецк на машиностроительный завод, встретились с руководством, где нам изготовили специально для пляжа дисковую фрезу, которая регулирует глубину, угол наклона и выравнивание поверхности. Благодаря новой технике песок становится рассыпчатым и пушистым. Это отметили жители и гости Анапы, пришедшие сегодня утром к морю. По словам специалистов предприятия, обслуживающего пляжные территории, многие отдыхающие отметили качество взрыхленного сыпучего золота. Мы рыхлили пальчиковыми боронами, но там, это где песок неплотный, а где уплотнение уже, они не дают эффекта такого. Поэтому тогда специально закупили борону, которая вот мы сейчас стоим на такой почве плотной, которая дисками, она ее взрыхляет и выравнивает. Об этом уборщики пляжей позаботились с вечера. Вся техника работает в утреннее и вечернее время, пока нет наплыва отдыхающих. Новая машина за 3-4 часа обрабатывает до 8 гектаров территории. Также все пляжи Анапы оборудованы урнами для сбора бытового мусора. Его выемка производится трижды в день. Все учреждения санаторно-курортного комплекса, эксплуатирующие пляжные территории, в обязательном порядке работают по договорам со специализированными предприятиями по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов. Ежедневно сотрудниками администрации Анапы и городских служб производится мониторинг пляжных территорий и контроль за исполнением мероприятий по санитарной очистке.